В северную столицу наконец пришла весна, сугробы исчезли, снег растаял. Но в Петропавловской крепости зиму не отпускают. Здесь до сих пор живы ледяные скульптуры. За окном весна, в ледовом шатре по-зимнему холодно. Организаторы и днем, и ночью оберегают минусовую температуру. В этом году мы решили сделать ледяные скульптуры по принципу, так как погода она у нас не постоянная, по принципу, то есть большого шатра-холодильника. То есть, если вы видите за моей спиной большие охладительные приборы, которые помещение, если чувствуете, да, то есть достаточно у нас холодно, поэтому они не тают. Может, за окном быть уже весна, то есть, а здесь постоянно у нас зима. Такое необычное сочетание ежегодно привлекает на выставку сотни петербуржцев. Евгения Николаева сегодня привела полюбоваться ледяными скульптурами свою правнучку. Обеих впечатлил главный ледовый экспонат – шестиметровый замок. Замок, конечно, это вообще, я не знаю, но понравилось все. Это дело рук человеческих. И меня это восхищает всегда. Поддерживать минусовую температуру внутри шатра холодильные установки смогут до 10 градусов Цельсия за окном. Такую погоду синоптики обещают в северной столице уже к концу марта. Так что у петербуржцев остается чуть больше недели на то, чтобы побывать в настоящей зимней сказке.